Всем огромнейший привет! Мы были в магазине Доброцен. Сейчас вам покажу, что мы там купили. Буду доставать из пакетов, что попадется. Взяла вот такой вот хрустка. Это у нас получается медовые луны и галактики. Вот. Первый раз такие беру. Дальше цены я подпишу. Взяла печень цыпленка бройлера. Были мы в новом Доброцене, вам адрес тоже напишу. Так, Артек плюс такие вот вафельки, это мне Леша положил. Мы как-то их уже брали давненько, неплохие. Также Леша взял такие вот мюсли фруктовые. Правильный выбор. Пятьсот грамм здесь. Взяла пару пачек тряпочек вискозных. Здесь получается по три штучки. Так, еще взяла много вот этой вот марки в Доброцене, Альпис, или как называется. Взяла для унитаза средство санитарно-гигиеническое, универсальное. Здесь для раковины, для ванны чистящее и для унитаза. Вот взяла. Здесь 1 литр написано. Средства. Так, дальше булочку урожайного, а нет, полбулочки урожайного хлеба. Первый раз берем вот такие вот семечки молодежные, отборные с морской солью, 500 грамм здесь. Так, взяла пачку чипсов, вот такие вот драйв, ну неплохие они. Сметана и лук. Так, взяла для очистки труб. Трубобур. Средство от засоров 300 грамм. Активные гранулы. Нам надо здесь почитать будет. А вот способ применения. Засыпать 100 грамм средства в сливное отверстие. Раковины или унитаза. Подождать 3 часа и промыть. Большим количеством воды. При необходимости повторить процедуру. В общем, здесь 300 грамм. Получается, на 3 раза хватит этой упаковки. Дальше мыло вот такое вот. Весна. Крем-мыло ассорти. 4 кусочка здесь. Дальше взяла печеньки. Вот такие вот. Это хлебцы с отрубями. Вот любятово. Я когда в больнице лежала, Леша мне вот такие вот приносил, только эти галеты. Но они, в принципе, одно и то же, наверное. Тоже неплохие. Так, с чайком они не сладкие, или с компотом. Так, роллтон. Это у нас по-домашнему. Так, захотелось мне вот таких вот ирисок. Давно мы их что-то не брали. Захотелось мне. Так, тунец. Вот этот вот самый хороший тунец, самый вкусненький. Дальше баночка кукурузы десертная. Баночку. Потом ананасы взяла. Ну, мало ли там, пусть стоит. Захочется, может быть, салатик какой-нибудь или пиццу сделать. Пусть лежит. И также кильку вот такую вот я взяла первый раз. Балтийская. Шпрот написано. Неразделанная в томатном соусе. Именно от этой вот марки вот Барс первый раз. Так, один пакет закончился. Очень много там вот было именно сердечек,
печени. Также я взяла еще желудки там были. Ну, желудки как-то мы не особо их кушаем. Вот еще сердечки взяла. Это у нас Новосибирская птицефабрика. Здесь 500 грамм. Вот. А то как-то мы были в Маяке, там вообще никаких субпродуктов не было. Ну, что-то давно мы не ели. Кстати, вот Леша взял два огурчика по 149 рублей. Там, получается, цена за килограмм. В общем, еще взяли пакет мороженого. Так, такое вот какое-то. Дальше двойной пломбир, по-моему. А, нет, пломбир на двойных сливках. Два. Еще вот такое какое-то. Сейчас я его уберу. Страна вкусняшина. Ну и еще одно такое же рожок. Дальше. Так, лимонную кислоту взяла. Ну, у меня уже заканчивается. Здесь у нас 200 грамм. Что-то 78 рублей, по-моему. Крабовые палочки взяла. Пусть лежат тоже. Может быть, салатик сделаю. Так, сегодня хочу приготовить супчик. В общем, с плавленным сыром. Вот взяла грибной. Сварю куриный бульон. И добавлю туда. Также сливочное масло. Вот такое вот, не знаю, первый раз берем. Состав неплохой. И сыр Леша выбирал с сметаной какой-то. Там взяли еще два вида сосисок от Дымов. Вот такие вот молочные. Первый раз такие берем. Здесь 468 грамм. Ну, уже не первый раз берем такие вот молочные. Это у нас папа может. Здесь сколько килограмм? 16 грамм. И еще взяли печень трески. Вот такой вот. Натуральная. Дальше, в общем, такие вот конфетки появились, они как бы жевательные. Здесь у нас 0,5 килограмма с разными вкусами. Вот получается арбуз, вот такой вот, потом кока-кола, так что-то еще есть, клубника, что-то, по-моему, 200 рублей, что ли, стоит. И вроде бы у них еще какая-то желтенькая тут есть. И еще с манго. Вот такая вот. Ну, я думаю, что неплохие конфетки. Сейчас с вами я открою одну. Что у нас с клубникой. Вот такие вот они. А, конечно, они твердоватые. Потому что они, ну, с холода еще, с улицы. Ну, в общем, желательная конфета. Дальше голени я взяла. Тоже вам цены подпишу. Сколько? Леша захотел вот такую вот кабачковую икру. Взяли вот дяди Вани. И так, то, что у нас тут из консервы. Это у нас сардина от Доброфлот. Баночку взяли. Взяла два вида паштета, мы уже брали такой. Но мы брали с гусиной печенью, вот этот синенький. Нам понравился. И взяла также с индейкой. Очень хороший, вкусненький. Так, я еще на пробу взяла там два сырка. Так, молочная речка, 2-1 банан. Получается, и один кокосовый взяла, тоже на пробу. Вот такие вот были у нас покупки. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. И еще взяли вот такую вот обычную швабру. Что-то 280, она что-то стоит. Металлическая сама вот эта вот ручка.
Ну, я считаю, что пойдет. Если вообще никакой нету.